Я сейчас чуть... Ага. Сейчас я вам анекдот расскажу две сразу. Мужику попугая подарили на базаре. Он говорит... Короче, мужик покупает попугая. Ему говорят, за правую ногу дергаешь, он на казахском разговаривает. За левую на русском. И он купил, он сидит, и он одну ногу тут на казахском, вторую ногу он на русском. Потом он говорит, что будет, если я за две дерну? И он дергает попугая за две ноги, он говорит, кулатасовой, ёб твою мать. Две ноги. Не хочу идти с мужчиной, не хочу идти как женщина. Не хочу заниматься бизнесом, не хочу рожать. То есть это вот два момента, когда сразу... Чего такое? Голова болит, плачь, говорит.